В этой таблице мы установили самый сильный и быстрый сканер для штрих-кодов. Вы можете заметить разницу между отмеченной колодой карт и немаркированной на дисплее предиктора мобильного телефона. Для этой системы нет необходимости размещать телефон на поверхности игрового стола, поэтому вы можете хранить его где угодно. Предиктор телефона подключен к микрофону, через который вы можете услышать результат игры.